Цымбалюк Романовская заявила, что ее не допускают дармена Джигарханяна. Народный артист был госпитализирован в одной из больниц столицы из-за проблем с сердцем. Бывшая супруга актера и режиссера сообщила, что в настоящее время она знает только ту информацию о состоянии здоровья артиста, которая размещена в СМИ. «Меня не допускают до Армена Борисовича с октября прошлого года. У него есть друзья, которые его куда-то возят, перевозят, объявляют, что покупают ему квартиры, а потом оказывается, что это не так. И я думаю, что такая ситуация для Армена Борисовича ничем хорошим закончиться не может». Что же произошло? В четверг, 26 апреля, актера и режиссера Армена Джигарханяна госпитализировали в одну из московских больниц из-за проблем с сердцем. По данным СМИ, артист впал в кому и находился в состоянии средней степени тяжести. На данный момент состояние актера стабилизировалось. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!